Степанида Артахинова награждена премией Паралимпийского комитета России. Торжественная церемония уже в 12 раз состоялась в Москве. Герои вечера – спортсмены-паралимпийцы, которые отличились в этом году. Лауреатом номинации «Сила воли» стала бронзовый призер Паралимпийских игр в Лондоне, чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России Степанида Артахинова. В этом году якутянка на чемпионате мира в Пекине, выступив в паре в блочном луке с Иваном Козловым, выиграла золото, а также бронзу в командных соревнованиях. Для меня это была очень приятная новость, что меня выбрали лауреатом церемонии награждения «Возвращение в жизнь» в номинации «Сила воли». Я хочу поблагодарить маму, своего личного тренера, это Иксмана Андрея Андреевича. Без него не было бы никаких побед.